Почала вода размывать. Это, ты знаешь... Не арендатор сломал, а сломал кто-то из местных, потому что мы, когда хотели спустить, то он уже был шлюз сломанный. Хотя в том году он еще работал. Став зарыбленный, здесь ловить нельзя. Здесь большое количество рыбы запущено. А все пытаются залезть и поймать рыбу. А то была задвижка. И обломал кто-то. Арендаторы уверяют, что это не они сделали. Кто-то приехал. А кто тут может приехать без лодки, без ничего? Они же сами и сделали, чтобы их гадская рыба не той, не ушла туда. Ну, на кто его знает, кто... Размыв дороги произошел, размыв дамбы произошел. Угу. За счет чего? Ну, за счет, наверное, того, что пруд наполняется, а возможности сброса воды нету. Поэтому вода наверняка подмыла. Вот мы видим полотно дороги, конечно, и идет дальнейшее обрушение. Вот такое у нас в огороде, пожалуйста. Вот такие крупные ребята плавают. Котам, конечно, приволье, хорошо, они приходят на охоту. Вот. Нам, правда, не очень.